Сегодня понедельник, очень важный тренировок. Будем работать с жесткими. В пятницу мы будем.
сейчас не дойду. Терпи спиной. Так же, Илюха. Вот. Тут люди вон 3.25 уже поставили. Наверное, он хочет 230. Но у нас по плану работает. Кстати, толчок 1.1. 1.1.1. 185. Ну, мы будем, наверное, делать больше. Жестко.
Как его звать? Арыч! Моцно давай! Иско, дал что хочешь? Это польская техника вообще. Павел! Закончилась наша официальная часть тренировки классической. Результаты ошеломительные для меня. 155-205. Замечательный результат. Первый раз оттолкнулся мне 205. Можете меня поздравить. Еще 1-1-1 с приседанием. То есть первый подход у меня не получился, а второй сделал отлично. Посвятил я этот подход господину Адриану Зелинскому. Да, Толясик снимает вот этого мужика, который я давно хотел вам показать. That picture. Да. Так поднимать не надо. Не надо так поднимать. Ну, ребят, все видели сами, тренировка отличная была. Моя команда прошла тоже хорошо очень. Практически не роняли штангу, что очень важно. Нельзя ронять штангу. Надо поднимать на 100% всегда. Ладно, пошел я дальше работать, качать пресс.